День добрый, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, клиенты и конкуренты. Приветствует вас компания Arbat Homes. Я Татьяна Пикер из солнечной Алании. Наконец-то наступает лето, и мы уже без верхней одежды. Через 3 дня обещают метеорологи 27 градусов, а это значит будет 30 с хвостиком. Итак, сегодня на повестке дня квартира 1+1 в районе Оба. Именно по центральной улице района Оба сейчас я и иду. Вы видите, что здесь инфраструктура летом и зимой всегда активная, потому что большинство проживающих здесь живут и зимой, и летом. Поэтому сегодняшнее предложение 1+1, которое, кстати, стоит 75 тысяч евро, это не просто 4 стены, бытовая техника и 2 дивана. Мы продаем в этот раз именно локацию. Значит, вся инфраструктура у нас рядом, до моря 300 метров. Дорогие мои, все магазины, все сетевые маркеты, а также 2 минуты всего до торгового центра «Аланиум», «Метро», «Кочташ» и многое другое. И вообще, знаете, что район Оба – это второй официальный центр «Алании». Итак, дорогие мои, поехали в квартиру. Посмотрим. Друзья мои, я на месте и расскажу вам предысторию об этом доме. Дому, кстати, лет 12-13. Если хотите точно, могу вытащить топу и посмотреть точную информацию, так что спрашивайте в комментариях. Раньше это был апарт-отель. И несколько лет назад, получается, выдали топу и переделали в отдельные квартиры. И я вам расскажу, что здесь у нас есть нового, а что осталось от апарт-отеля. Так, 1+1, 50 квадратных метров. Планировка хорошая, умная, и каждый миллиметр также продуман здесь хозяином. Видим мы с вами холл, сразу с правой стороны ванная комната. Я вам сейчас расскажу, уже вы посмотрите сами. Так как квадратура небольшая, хозяин очень с умом каждый миллиметр, каждый сантиметр, каждую пустую нишу проработал в этой квартире. И за дверью находится ниша для стиральной машины и шкаф, куда можете, в принципе, поставить бытовую химию, полотенца и так далее. Слева видим мы гостиную и здесь спальня. Давайте начнем с спальни. Что нового сделал здесь хозяин в этой квартире? То есть у нас на полу ламинат, ламината не было, обои. Так, кондиционер новый у нас в гостиной, здесь кондиционер бэушный, назовем его. Неплохая, надежная мебель, двуспальная кровать, две тумбочки и вот такой вот просторный платяной шкаф находится. И напротив кровати еще фантазийное зеркало на любителя. И телевизор. Телевизор здесь только в спальне, в гостиной телевизора нет. Вот эти квартиры в этом доме сдаются по 45-60 евро в сутки, дорогие мои, в летний период. Очень место рыбное. Так что, если хотите, приобретайте квартиру, и можно будет сдавать даже с помощью вот этого управляющего, который нас сейчас помогает мне с вопросом этой квартиры. Поехали с вами дальше. Вот, вхожу я сейчас в гостиную, мы видим здесь дверь. Дверь – это удобно. Почему? Во-первых, здесь во всех квартирах, кроме этой, здесь арка. Так как у нас летом 40-45 градусов, и работает у нас один кондиционер, все это выходит туда, весь холодный воздух. Поэтому для полноценных двух комнат хозяин вот сделал такое разделение дверью. Кухонный гарнитур также поменяли. Стиральная машина у нас здесь. Помните, я говорила, что у нас есть ниша для стиральной машины в ванной комнате. Так как последние проживающие не пользовались стиральной машиной, посудомойкой, Вот такой вот change сделал у нас хозяин. То есть та ниша пустая, если вы приобретаете посудомойку, соответственно, та ванную комнату у нас уходит. Зона небольшая, обеденная на 4 персоны. Мы видим здесь два раскладывающихся дивана. То есть у вас в этой квартире, я говорю именно, если вы будете сдавать ее на аренду, следующее проживание мама с папой там, и здесь двое деток.
огромный балкон, который по периметру опоясывает у нас обе комнаты, но выход имеется только из гостиной, имеется выход на балкон. Там мы с вами будем подводить итоги сегодняшнего предложения. И хотела бы вам еще показать, что. Что сделал хозяин квартиры, я скажу. Вот я так одну штору уберу, чтобы здесь было больше места. Вы знаете, что панорамные окна делают квартиру визуально больше. Здесь была стена вот до сюда. То есть стену снесли и сделали вот так вот визуально просторнее. В принципе, вообще мне кажется, что вот эти шторы здесь лишние. Вот так вот. Так лучше. Да, здесь немножко у нас окна дом в дом, поэтому... И вторые толстые шторы тоже повесили. Поехали с вами на балкон, будем подводить итоги. Вот эти вот, вот эту вот плитку также сделал хозяин сам. Очень, кстати, симпатично и с мебелью сочетается. Итак, смотрели мы с вами сегодня, что 1 плюс 1, 50 квадратных метров. Квартира находится на третьем фактическом этаже. Стоимость квартиры 75 тысяч евро. Отличное предложение для... проживания всей семьи, для постоянного проживания и для сдачи квартиру в аренду. Это местность, этот район, и именно вот то, что находится в плане инфраструктуры здесь, в этом районе, очень популярно как среди местного населения, так и среди иностранцев, ввиду того, что инфраструктура вся здесь. Аланиум, Кошташ, Метро, все сетевые маркеты, о которых вы только слышали, А101, БИМ. БИМ, кстати, находится на первом этаже. Этого дома очень удобно вышли, оп, сразу, например, вот я сейчас пойду и русские пельмени куплю своему ребенку, потому что в моем БИМе они уже не продаются. Итак, на чем мы остановились с вами? 50 квадратных метров, третий этаж, дому 12-13 лет, из одного блока состоит. 250 лир – это ежемесячная плата за обслуживание комплекса, называется IDAT. 250 лир. Что же входит в инфраструктуру комплекса? Вот здесь находится у нас открытый плавательный бассейн с детской секцией. Территория небольшая, ухоженная. Имеется генератор на случай отключения электроэнергии. Есть сауна на зимний период. Конечно же, это очень комфортно, потому что летом, в принципе, сауны, хамамы и так далее не актуальны. 250 лир и 75 тысяч евро, напоминаю, стоимость данного предложения. Еще раз повторю фразу, которую я сказала в начале ролика. Вот именно это предложение, это не продажа квартиры. Здесь именно продается локация, то есть местоположение, местоположение, местоположение. А СМБ всегда прав. Дорогие мои, если интересно, вот номер телефона, пишите, звоните, Telegram, Viber, WhatsApp. Будем с вами списываться, будем с вами торговаться. Хозяин сказал, что, может быть, я и для Arbat Homes сделаю какую-то скидочку. Дорогие мои, на сегодня все. Татьяна Пике, Arbat Homes, и пока-пока.